так несколько успокоит нашу команду, и мы перестанем удаляться. Все-таки два меньшинства уже на старте второго периода. Не каждый раз в меньшинстве. Башкира 2-0! А какая замечательная передача от Афанасьева из угла площадки. И тут уже в немцы просто не успели. Эстетика атаки просто заставляет восхищаться. И опять вновь здорово вступили в отбор. Шайбу отобрали. Грицук, полновесная передача. И все в касание. Ну и потом завершающий гол от Башкирова. По-моему, он, кстати, не забивал еще. Да, да, да. Это первый гол Данила Башкирова на этом молодежном чемпионате мира. Игрок Салавата Юлаева, воспитанник вообще ханты-мансийской Югры. Он родом сам из Тюмени.